Напевно, ви впізнали це місце. Так, саме тут збирається національна команда України. І, відповідно, сьогодні у мене в гостях гравець збірної. І це, ні, скажу по-іншому, така цікава програма наша. Сьогодні в гостях Зінченко Саша. Привіт! Круто! Як долетів? Спасибо, хорошо. Сашенька, зізнайся чесно і по секрету. Коли приїжджаєте от в збірну, граєте тут? По секрету? По секрету. Тільки на ухо мусить. Ні разу. Да? А взагалі граєш боулінг? Да, іноді приходиться. Ну, коли зовсім скучно. Александр Зинченко, которого подняли вверх ногами, забил достаточно сумасшедший страйк. І ти страйк зробив. До гори дригом, я би сказала. Вверх ногами, блин. Круто. Ми не будемо експериментувати одним махом, чи зробиш ти страйк, чи ні. Наскільки ти фартовий перевірив? Якщо зроблю страйк, то що? Придумай. Ну, з мене кава, як мінімум. Кофе і тоді якийсь, я не знаю, круасан шоколад. Домовились. Йде? А якщо ні, то навпаки. Так, все одно. Так, одна попитка у мене? Одна спроба. Дається два броска. Добре, два. Хорошо, два. Поїхали. На кофе, ну це серйозно, я скажу. Так, ну спочатку ми посмотримо, чи ти там ще не підготувала мене, а то на кофе я скажу з круасаном. Нічого поганого нема. Щоб опорно, там заступ. Підлогу все... не натирала нічим. Ладно. Давай. Я люблю... Вторая попытка є. Я люблю латте. Ну, запам'ятай просто, знаєш. Я сьогодні щедра. А можна накриваю? Я сьогодні щедра, третя спроба. Слухай, може тебе все-таки... Да, накриваю какая-то. Чекай, давай, може хтось тебе хай підніме, ні? Надо розгон просто взяти побольше. Давай, третя спроба остання. Я щедра сьогодні. Ні. Дивись, латешечка можна одна. Латешечка і круасан. І круасан без шоколаду. Я це все чекаю після нашого інтерв'ю, а ну а поки поговоримо про те, що ти любиш і вмієш більше, ніж боулінг. Ну, ви ж проводите, що я джентльмен, звісно. А, то ти спеціально. Так, звісно. Добре. Все одно латте пити буду я. Розказуй, як там в Голландії тобі живеться? Нічого, вже привик. На самом деле, единственная преграда – это язык. Но, к счастью, каждый голландец понимает английский, может пообщаться и так далее. Но когда ты находишься в среде, их, то есть они разговаривают на голландском, ты, естественно, ничего не понимаешь. А как теория минає? Тоже на голландском. И сейчас ты что робишь? Я изучаю, так сказать, смотрю сериал, ну, помимо там футбола, смотрю сериал «Теория лжи», где я начинаю по мимике читать людей, поэтому так. Тобто, як це, фізіогномісти вже? Так, от цим почав займатися. Це все сміх-сміхом, а як розбирати, ну, що не, хоче тренер? Не все понятно, но є таке враження, футбольний язик. То есть, там би на любому языке було понятно. А якщо щось тренер хоче об'яснити, конкретно мені, він підійде, позове мене, покаже, розкаже все на англійському. Один мій знайомий, який мешкає в Голландії, прислав так би відеоповідомлення і поради, як легше вивчити голландську мову. Хочеш послухати? Інтересно. Знакомого побачиш. Привет, Саша. Или по-голландски «хуе морге». Ну, надеюсь, эту фразу ты уже выучил. Я знаю, что тебе голландский дается очень сложно, но тебе лишь стоит знать несколько фраз, и я тебе с этим помогу. Первое. Если Филипп Кукю, ваш тренер, придет тебе и скажет «Александр, je speelt in de basis», это значит «Саша, настал твой звездный час, ты играешь в основе». Вторая фраза. Александр ход в дом, я ему мей фидейдыха. Это значит, Саша, иногда все-таки нужно обороняться. И третья фраза. Александр, Пеп heeft gebeld, jouw salaris wordt verdubbeld. Это значит, Саша, тебе удвоили зарплату. На самом деле это, конечно же, шутки.
Но мы всей Украиной надеемся, что ты станешь ключевым игроком в ПСВ. Держим кулаки. Success. Ну скажи. Приятно. Ну тепер ти вже точно знаєш, як можна привітатися, так? Ти не знав цієї фрази? Ну, фраза не запам'ятаюся. Тепер ти точно запам'ятав. Тепер вже, так. А ти навіть не намагаєшся вчити голландську мову? Чесно говоря, ні, оскільки я хочу усовершенствувати свою англійську. Якщо я переключусь на голландський, буде, так сказати, якийсь дисбаланс. Fantastic atmosphere, you know? Yes? So, small. I don't know how English this word, you know? Compact. Yeah, compact. Ти не збираєшся вчити голландську мову, тому що я так розумію, що ти там ненадовго збираєшся затримуватися в ПСВ. Ні? Время покаже, це зависить від мене. Що тобі нині найтяжче, от, власне, в футбольному плані в ПСВ? Да, наверное, я сказал бы ничего. То, что, естественно, я сейчас хочу играть, и чем больше, тем лучше. И я делаю все возможное, чтобы попасть в стартовый состав и стать основным игроком. Но, так сказать, у тренера тоже свои какие-то видения игры и свои мысли, свои идеи. Поэтому как бы, я получаю удовольствие от игры своей любимой и с каждой тренировкой, и с каждой индивидуальной тренировкой. Я просто, так сказать, считаю то, что приближаюсь к своей цели. А цель, естественно, самая высокая. Ти якось так самокритично якось сказав, що там, приміром, коли команда грала в Лізі чемпіонів з Ростовом, то тебе взяли туди як перекладача. Ну, я так сказав, що це та шутка. На самом деле, це була, так сказати, моя перша гра, коли я попав в заявку після моєї, так сказати, небольшої травми і дискомфорта. Функції перекладача все ж таки виконував якісь? Якщо ребята хтось что-то нуждается в чем-то, например, там, в гостинице, или подсказать, показать, или, например, массажист там, нас курит. Он мне привел пример, например, блок сигарет в Эйнховене стоит, например, 80 евро, а в России 15 евро. Есть разница? Ну, поэтому он там два чемодана понабирал. Тобто тебе завели в магазин і змушували купувати цигарки? Ну так. Да. Ну, мені ще задача була знайти цей магазин. Філіп Коку, яке справи враження? Строгий, интеллигентный, в то же время по-своему закрытый, можно так сказать. На самом деле чувствуется дисциплина, порядок вообще, не то что на поле, а даже в быту. Все четко, минута в минуту. Мы часто общаемся друг с другом, там каждый игрок выскажет свое мнение. То есть это, я считаю, здорово, это то, что нужно. То есть он слушает игроков, да, знаешь, да. Есть тренеры, которые конечно, моя конечно. Думка и только моя. Конечно, это очень важно, когда есть диалог. Навіть з молодими гравцями, такими як ти, які тільки прийшли в команду. Та там полкоманди такі, як я молодих. Мені ще дуже помоложе. Кстати, є упражнення «Квадрат». От я, чесно говоря, от до ПСВ думав, що я буду всю життя там заходити, поскольку в середину заходять два чоловіка, хто відбирає саме младше. Ну, постійно, в будь-якій команді я завжди був самим младшим. Здесь так ПСВ немножко підтягує ребят з дубля, я так раз осмотрелся там в «Квадраті», де помоложе ребята, раз уже я не стою, то есть уже ветеран. Ти кажеш дисципліна. Якщо, не дай Боже, хтось запізниться, карається величезними штрафами. Ну, ні, більшими, але штрафи є. Штрафи є? Звісно. Ти вже встиг щось там заплатити? Ні, в цьому плані. Ти разом не бачила, який пунктуальний? Прибіжав минуту в минуту. Чувствується. За дві хвилини прибіг, так, це правда. За тобою, як ти думаєш, Манчестер Сіті слідкує? В этом я уверен, поскольку очень часто мне и до игры, и после каждой игры пишут люди из Сити, интересуются, спрашивают, как, говорят мои ошибки, там, сбрасывают видео и нарезки, то есть в этом плане чувствуется. Люди из Манчестер Сити, это кого ты имеешь на мазе? Ну, в основном это скауты, которые вели мое дело и со мной плотно общаются. А там той самый Гвардиола? Нет, нет. Без WhatsApp пока. Чекает телефон, Гвардиолу маєш? Номер телефону? У нього, наверное, скритий. Я так думаю. А, добре, а номер телефону Філіпа Коку? Тоже нет. У нас есть человек, который, так сказать, босс. Там он решает любые вопросы. Это, так сказать, исполнительный директор. И просто уникальный человек. Он работает уже в ПСВ 37 лет. Вы представляете, сколько он вообще мог увидеть? То есть он в одно время он сейчас заменяет массажиста, управляющий директор, решает любые вопросы там, по банкам, так, туда-сюда, там, устроить футболиста, моет бутсы еще.
Ну, все в одно. Моет буце? Да, я не можу повірити. Да я вообще с ума сошел, когда увидел. Да кто это такой? 37 лет. А, вот человека просто... зовут Март. Ага. Он работал с такими футболистами, как Ван Бастен, Ромарио, Ван Нистелрой, Люк Нивис и много других. Роналдо бачу. Филипп Каку. Просто его все называют Босс. Биг Босс. Ну, я ему дал кличку. Биг Босс? Да, ну, у них такого даже слова не было. Если честно, в Голландии тоже, ну, вот для меня, я всегда забываю имена. Ну, то есть, особенно персонала, они сложные для меня. И я просто всех называю там босс, босс, если там персонал. И так как-то прижилось к нему, Биг Босс. Слухай, ти психолог, так? Знаєш, людина так, як не знаєш, як звати, а тут зразу Біг Бос і зразу. Так, да, і воно якби так, і вроді... А, хто це? Хто це мене назвав, так? Да. Психолог, молодець. А, до речі, з приводу, як тебе називають? То на пострадянському просторі тут Зіна ти був, а там? Там тільки Філіп Каку мене називають Зіна. Многі говорять, половина Алекс, там половина ребят Олег. Мабуть, вперше ти так навіть не відреагував на це, ну, так, коли тебе да, називали? Ну так, непривично було, але потім привик. Да я всім говорю, що краще з Діною, поэтому... А якщо кажуть Саша, ти реагуєш? Саша мені іноді мама навіть так не називає. Мама Больше не називає? Зіна, чим Саша. Зіна? Синочку, Зіна, видишся ти? До речі, про Біг Боса. Ти кажеш, якщо якісь виникають труднощі, тобто це перша людина, кого ти набираєш, коли в тебе щось якесь... Сразу. У нас была утром тренировка, а вечером ничего не было. Я приехал на базу, просто у нас там есть база, находится в лесу. И то есть очень такая крутая трасса, прям ровно километр в лесу, то есть пробежаться. Мне, я это люблю очень сильно. И я приехал вечером пробежаться, поставил машину на базе. И когда уже уходил, уже поздно было, темно, я смотрю, ворота закрыты. То есть я никак бы не выехал. Сразу делаю, я даже не знаю, как толком объяснить, но я сразу ему делаю фотографию. Только пишу, я смотрю, а он за углом заезжает. Ну, просто мастер. Он как чувствует. Какой у тебя автомобиль там? Тут твой властный, чи ты арендуешь? Нет, арендую. Что за авто? Я скромный парень. Ну, так и скажи, если... Ну, все машины одинаковые. Скромный парень, Lamborghini. Нет, ну... Какая марка машин? Ну, моя любимая. Попробуй угадать. Если с трех попыток не угадываешь, кофе отменяется. Все, давай, давай. Чекай, якийсь Мерседес, напевно. Сразу, как так? Серйозно? Как так? От точно сьогодні не спасти. Так, два лата і один круасан. Тяжко їздити за кермом чи ні? Дуже багато велосипедистів в Нідерландах. Ліпше б ти собі велосипед купив. Да. Коли я садився за руль, мене сразу предупредили. Если, например, вот есть такая ситуация, у тебя зеленый свет, ты поворачиваешь направо, да, естественно, ты пропускаешь пешеходов, да, но дальше идет велосипедная дорожка, и иногда вот срабатывает у них или красный, или зеленый. То есть даже неудобно, потому что слепая зона, ты не видишь такое, то есть как они едут, ты должен остановиться, вот так чуть ли сделать 360 в одну, в другую, потому что, может, если ты его собьешь, у него приоритет, даже если он на красный поедет. То есть я пятерых чуть на капот там не посадил, конечно. Был, и да. Как отмазывался футболками? Нормально. Реакция сработала, конечно, но... А тебя там, до речи, впизнают местные фанаты ПСВ? На самом деле город небольшой, вот около 300, где-то 250 тысяч, и стадион вмещает 35 тысяч. И чтобы вы понимали, 30 тысяч абонементов уже на год выкуплено. То есть каждая игра – это забито все. И, ну, сами понимаете, посчитайте даже в процентах, сколько населения ходит на футбол. Если из 250 ходит 35 желез. Город совсем небольшой, я даже если выхожу куда-то прогуляться, я вижу какого-то знакомого с командой, то есть, ну, маленький. Ну, тебе знають, тебе зупиняють, просять. Ну, слухай, тебе зовнішність дуже така нестандартна, я думаю, що тебе легко запам'ятують, ні? На німця більше похожий, ні на кого. Ні, то на шведа, то на німця. Так, десь туди. Приятно, когда люди иногда узнают, то есть... Но это то, что ради чего нужно играть, я считаю. Дарить радость болельщикам пока не получается, но в скором времени, я надеюсь, все будет хорошо. Ты единый украинец ныне, який... Якого запросив топ-клуб? Як думаєш, чому саме ти? Сложний вопрос, но видно, наверное, со стороны. И за этот год
то, что, так сказать, моя команда, моя команда – это мои родители, мои, так сказать, агенты и те, кто помогает. То есть моя команда прошла. Это, так сказать, я надеюсь, что у меня еще будет насыщение года впереди. И, естественно, что, как это все получилось, я думаю, что в любом случае, если ты чего-то хочешь добиться, ты должен упорно работать над этим. Очень было приятно слышать лично то, что заинтересованность такого великого тренера. И когда я туда попал, я до сих пор не мог поверить, то есть, что это реальность. И почему именно я? Я не знаю, наверное, потому что фартовы. Ты говорят, что все рыжие фартовы. Не знаю. Твоя дитяча мрія було через Арсенал потрапити в Барселон. Ти виріс, що мрії змінюються? Конечно. Я считаю, Манчестер Сити ни капли не хуже Арсенала. Сейчас я считаю, и лучше. Поэтому, так сказать, немножечко даже перепрыгнул мрія. Но не до конца. Все-таки осталось закрепиться там. Коли ти вперше почув, що от Манчестер Сити тобою цікавить. Взагалі, як ти це почув? І от твоя реакція мене цікавить. Когда услышал, не поверил. Меня жизнь научила не верить людям. Не всем. Не всем. Слухай. Тем более в таком плане. Нет, ну я не говорю там в дружеских там, отношениях там, или там личных там, каких-то. Но вот в таких, так сказать, моментах жизнь научила не верить людям. Слухай, ты зараз говоришь, ніби тобі років 60. Дайте мне еще палочку, да? На самом деле это правда. Пока не увидишь, пока не потрогаешь, пока не попробуешь, пока не прочувствуешь, никогда не поверишь. Потому что когда ты веришь и надеешься, и ждешь, а потом это не сбывается, это очень расстраивает. Коли ты це повірив? Коли ты побачив Гвардіолу? Когда я ему пожал руку, он сказал мне добро пожаловать. Даже тогда, когда я был там на подписании контракта в Барселоне, проходил медосмотр, там все, ну, то есть увидел, как действительно просматривают футболистов там перед подписанием контракта. Как по-иншому? Ну, не, там в інших клубах. Я лежал в МРТ, аппарат МРТ, да? 2 часа. Вот так просто, не уснуть ничего. Меня проверили просто с ног до головы. И, ну, в основном это были ноги, конечно. Полностью проверили, заверили, так сказать, подписали там и искали вроде годен. Наверняка знать, кого беруть, да? Ну, конечно, поскольку много случаев я знаю. Это мне просто рассказали, прям находясь, когда я был в Барселоне на медосмотре. То есть даже такие мелочи, как вот хотели парня подписать в Валенсию, ну, это было, даже не буду время назвать фамилию, и на бетосмотре увидели то, что у него немножко там срастается ноготь на ноге не так, как нужно. И, ну, и оно ему, то есть, мешает там как-то, и просто вот раз и не подписали, потому что, ну, там что-то до серьезного. Ну, вот такие мелочи, они все равно, вот вроде как мелочь, но не мелочь. А в футболе мелочи вообще не бывает. Знаешь, я дивилася фотографию, когда ты усмехнутый и подписываешь контракт с Манчестер Сити. Если в тебе думки были, ты ставишь подпись под контрактом. Честно говоря, тогда, когда я ставил подпись, это было все в Манчестере, но там было все поддельно. Там я не подписывал, там я ничего не чувствовал, там просто как бы повезло. Ага, то это все на фотографии, ну, лише для картинки? Я же говорю, подписание было на Барселоне, то есть даже если я сейчас не назову, не поверишь, там на каком-то 15 или 17 этаже при фантастическом виде, солнце, бассейн, и как-то так оно все, как в сказке все выглядело. А что в Барселоне? Ну, потому что там был медосмотр проходил. Як довго за тобою спостерігав Манчестер Сити? Що ти знаєш про це? Якщо вірити словам всім, з 15 років вони слідили. Тобто вони показували відеонарізки там мої, тобто, і прямо от я просто отак держав ноутбук, і там кожна гра моя з 15, що ли, там, ну, дуже плотно все велось, я просто, і от це я почувствовав уровень. То есть есть там, я знаю, и видел с живьем это все, как происходит, там группа людей, аналитиков, которые следят все, описывают, записывают там, интересуются, узнают, следят, и так, ох, очень серьезно там все, очень. Знаешь, как Фернандини сказал, космос. Империя футбола. Які враження справив Хосе Гвардіола? Я там просто начиталась книжки Златана Ібрагімовича. Одна з лучших моїх книг, я вважаю. Ну, але Златан не дуже там знайшов спільну мову з Хосепом Гвардіолою. Понимаете, я просто не знаю лично Златана, да, как бы, і судя по його характеру, і, ну, і безусловно, він легенда, я вважаю. Тобто, великий мастер з великої букви і так далі, но
видно, что он такой очень вспыльчивый и тяжелый характер. Поэтому я считаю, бывают такие ситуации, когда просто человеческий, то есть ты не можешь найти с ним какой-то контакт. И что я отметил для себя с Гвардиолой, это настолько открытый человек, настолько с ним легко и настолько он понятно все объясняет. И самое главное, что на тренировках, когда он делает какие-то тактики, да, там, например, вот как мы начинали работать в Сити, там первые две недели, к примеру, там адаптация идет, а потом он неделю делает акцент, например, на выходе из обороны, там вот от ворот, да, выносим. А как он просто грамотно, ну, очень доступно все объясняет. И на самом деле это все так бы кажется как бы просто, и ты думаешь, да это как это до этого вот так просто не делать? Потому что он гений. Я его слушал вот так, с такими ушами, и любую его фразу, которую он иногда часто упоминал, Месси даже. И вот он сказал про Йохана Кройфа, то, что этот человек ему открыл, так сказать, глаза на футбол. И я сказал, что такое футбол. И я просто про себя думаю, если Йохан Кройф рассказал Гвардиоле, что такое футбол, какой же был все-таки Йохан. Привычка, знаете, какая у него? Постоянно на тренировках делает. Я, конечно, запомнил это. Вот обычно кофта, постоянно ее, как будто она ему. Ну, я просто за каждой мелочью его следил и старался запоминать, поскольку это реально гений. За эти полтора месяца я записывал каждую тренировку, и что и как это... Записывал, конспекты писал? Да, конечно. Это слушай, это тебе уже есть конспекты Зинченко. Не, это в будущем книгу обязательно напишу. Серьезно? Ну, конечно, надо просто самому начитаться. Так, конкретно. Як вона буде називатися? Ух, тяжелий вопрос. Ну, здесь нужно думати. Я думаю, легке питання, просто Зіна. Не, можу, типа, я Зіна, да? Я Зіна. Я Златан, да? Я Златан, я Зіна. Лише з Фернандіньо міг спілкуватись російською, так? Ну, я турею ще хорошо теж знаю. Я тоже вообще 7 языков знает вместе с Каларовым. Я когда услышал, сначала не поверил. Потом смотрю в автобусе, Каларов сзади сидит там, с Агуэра на португальском, с тем на испанском, с тем со мной чуть-чуть на русском. Он понимает русский, но он плохо говорит. С тем на французском, с тем на итальянском. И я у него спрашиваю. Як? Я у него спрашиваю, ты сколько языков знаешь? Сразу говорит, 7 где-то, 7, да. В автобусі, як завжди, сидів ззаду. Я сразу себе на гальорці вирвав там місечко. Ну, на самом деле, я з Фернандіньо. Між двома Фернандо і Фернандіньо. Хороша пара. Я в основному з ним поговорю. Весела бразильця. Бразильці все весела. Як там твій брат? Де Брюйне? Ну. Я считаю, він більше на Коваленка похож. Вас не плутали там на тренуваннях? Да ні, ну пару раз називали, типа там, юний Де Брюйне. Травили. Ты ездил из Манчестер-Сити в Китай. Турне было в тебе. Это вообще... Это та страна, где никогда не буду жить. Что так уразило? Просто. Я ни разу не прогулялся, с комнаты не выходил. Кондиционер вообще у меня не выключался. Душно так, что люди, когда выходят на улицу, я считаю, прогуляться, им там перейти из дома в другой дом, это уже нужно в душе идти, потому что ну, невозможно. Я первый раз так, мы тренируемся, тренировка вроде легкая, ну просто все падают. По 10 раз пьем воду, а вот так просто заходишь в раздевалку после тренировки. Ты не обливаешься ничего, вот так выкручиваешь шорты просто. А коли ти зрозумієш, що ще не час лишатися в Манчестер-Сіті? Що тебе, напевно, віддадуть в оренду? На самом деле, цели были только остаться там. Узнал только после турне, когда Пеп вызвал к себе. Это была первая такая да, очная встреча, так бы мовити? Нет, до этого тоже. А он любит поговорить индивидуально? Да, но в основном, когда до этого это все было по игре. А розпитував что-то про тебе? Ну от, як ти, звідки ти? До речі, ти тоді приїхав після чемпіонату Європи. Ну, про чемпіонат Європи не розпрашував, да, но то, що помню, как-то на тренировке, после тренировки, кто-то типа ударил длинную передачу, так типа делал. И он так типа, Зина, украинский стиль типа видел. О, было дело. И он тебя выкликает после турне. Да, и он спросил, первый вопрос это был, что ты хочешь? Остаться здесь или
может быть, там, ну, так сказать. Он просто спросил, что ты хочешь? Я говорю, остаться здесь. Потому что любая тренировка, я считаю, что бесценный опыт и так далее, и так далее. И он сказал, я считаю, для тебя лучше будет уйти в такую команду, как ПСВ, поскольку она играет в Лиге чемпионов. Поскольку я знаю, там тренера, подход, команда играет всегда первым номером. И если ты останешься здесь, ты можешь остаться здесь. Но ты больше 5-7 игр, я думаю, ты не сыграешь здесь, поскольку ты видишь, какая конкуренция. Як ти сприйняв цю новину? Конечно, поначалу не обрадовался, поскольку цели были самые, так сказать, высокие, но... Але ж ты любишь труднощі? Да, это, кстати, сыграло большую роль. И тем более, я считаю, что это шаг вперед, только шаг вперед, поскольку ПСВ – это команда с историей и топ-команда, я считаю. Но Манчестер Сити – это Сити. 17 полей на базе, о чем можно разговаривать? 17 полей на базе? Ну, это просто. А вот так через дорогу Этихад Стадиум, где играют, ну... Просто. Я увидел, как все происходит, какие должны быть оборудования у медицины, как все. Ну, я захожу за этой первой ноги перед тренировкой, смотрю, 8 массажистов просто. Ну куда? Ну куда 8? Ну, точнее, 8 персонала, там 6 массажистов, там 2 там, физиотерапевта и так далее. Я думаю, что украинские команды взагалі про свои не мріють. Да, если посчитать, у нас вообще 17 полей будет так хорошего качества. У нас команд меньше, ніж полів в Манчестер Сіті. Як ви домовились з Гвардіолою? Він тобі сказав якийсь строк, там, відіграй сезон і повертайся, чи не було якоїсь такої домовленості? Да. Було те, що після сезону сказав те, що я возвращаюсь в команду. І, звісно, зараз все залежить від мене. Навіть індивідуально тренуюся, та, з суперником таким, чотирилапим. Да. Що то за собака, звідки її взяв? Это вообще был, конечно, цирк. Просто идет собака с хозяйкой. Она хотела, ну, к мячу сразу, я смотрю, она какая-то футбольная реально. Но... Я ей просто бил на 70 метров мяч, она мне приносила и отдавала ноги. Ну, хорошие тренирования такие, да? Да. Так многие на собаках учатся. Роналдіньо теж дріблінг оттачував. Збірна України тепер на носі. Трошки відмотаємо на початок, коли ти дебютував проти Іспанії. Ти тоді викликав фурор тим, що зазвичай футболісти дебютують в збірні України, там матч проти Грузії, Литви, а тут Іспанія, відбірний матч, і ти виходиш. Історія була тоді така, що тебе хотіли заграти. Так? Ходилося розположення молодіжної зборної, відіграв ігру. Меня вызвал тренер, сказал, что меня вызывают в национальную сборную. Мое дело играть в футбол. Я приехал в национальную сборную, начал готовиться к игре с Испанией. Вышел с Испании, отыграл своих несколько минут, все. Остальное меня не касается. Вот это там заигрывание, не заигрывание, это не мне обсуждать. И кому это нужно, пожалуйста, я не против, так сказать, у каждого есть свое мнение и своя точка зрения. Ти унікальний футболіст насправді, і не тому, що ти там тебе заграли в матчі проти Іспанії, не тому, що ти підписав контракт з Манчестер Сіті. Тебе немає цієї понтів, зірковості. Я для себе теж почерпнув і убедився ще сотий раз в Сіті, да? Я говорю, ще спросити, то що там зірки всі. Кого не назови, будь-яку фамілію, там зірки. У кого за плечами вже стільки ігор, багато чемпіони Європи, чемпіони світу, виграли Ліги чемпіонів і так далі. И я для себя опять, так сказать, подчеркнул, что чем, как бы человек выше не становился, он должен быть проще. И в ПСВ точно так же. Есть помощники у Филиппа Коку, там как Ник Льюис, Зенден, который тоже поиграл по Европе. И просто настолько люди простые, открытые. И, казалось бы, я ухожу с тренировки, да, там последний, к примеру, и несу мячи, две сетки. И он, например, просто говорит, давай, я возьму одну сетку. І забирає там, наприклад. Ну, звісно, я не даю, поскольку, ну, як чоловік легенда. Знаю таку історію, пов'язану з збірною України, не знаю, чи правдива, що коли Андрій Шевченко прийшов, ще коли Фоменко був головним тренером, прийшов помічник Андрія Шевченко, і він ніби там викликав, хто зі мною зіграє в настільний теніс. Було таке? Було, було. Розкажи історію. Там так вийшло, що я стояв рядом, Зіна, давай зіграє. Ну, ісход я не буду говорити, поскольку Андрій Ніколаєв, головний тренер. Прибережемо це для автобіографії. Ладно. Так? Да. Уже забули чемпіонат Європи? Так, да, і не хотілося б до нього повертатися. Це, я сподіваюся, нам послужить великим уроком. Який би ти, ну, епітет вибрав?
Страшний сон, наверное. Страшний сон. Коротко і ясно. За останній рік тобі відбулося дуже багато подій, так? То все, як на що схоже? На якусь казку чи що? Да, я люблю це. Я люблю, коли у мене все розписано помінутно, ежеминутно. Люблю різні якісь там ситуації, які я там попадаю, там трудності, нетрудності. Це все, от це життя називаю. В тебе в грудні ювілей. Який подарунок хочеш? Так, наверное, победу над Аяксом. Будет игра 18 декабря, заключительная в этом году. Поэтому только победа. Такой подарок. Ну, и зіграти в тому матчі, вийти в основі. Конечно. Забити гол. Два. Ледь не забула цю тему, побачила кліп, який ви зробили, коли ти ще був в Уфі. Вмієш це? Все. Первый и последний. Ты завязал? Первый и последний выбор. Чего? Да ну куда? Политика и сериал. Все достало. Не хватает сил, времени мало. Дом, семья, работа. Дети, садик, школа. Скука, а не жизнь. Никакого рок-н-ролла. Ну, але в тебе гарно вийшло. Всі після того кліпу всі вирішили, що ти репер. Ні. Да і при себе теж травили. Як раз у нас там хол є, і де комп'ютери так стоять. І я щось раз такий прохожу, мимо, слышу свій реп. Слышу свій реп на комп'ютері грає. Я пораньше смотрю, пол команди на комп'ютері налетіло. Ой, я думаю, я сразу спрятался где-то, потому что сейчас будет прихват. І що було? Та прихватили, я там технічно все смазав. Слухай, в кожній команді, коли футболіст приходить, щось там, то співає, то ще щось. Що ти робив в Манчестер Сіті і в ПСВ? В Сіті нічого, а в ПСВ мене предупредили, но поки я так забыл, я не напоминаю. Забити гол і програти матч, чи не забити і виграти? Не забити і виграти. Який ти? Але ж ти кажеш, важливо голи забувати. Коли день народження Філіпа Коку? Грудня. А, в Андрія Шевченка. вересня. Молодець. Сидіти на лавці запасних і вигравати трофеї, чи грати і нічого не вигравати? Тільки один варіант є. Тільки грати. Ну, потім все одно виграє трофей. Хто такий Альберт Ейнштейн? Геній. Правда? Виграти Лігу чемпіонів чи виграти чемпіонат світу? Мір. Молодець. Віддати пас чи забити гол? Пас. Ти не любиш голи? Для тебе є подарунок прекрасний, солодкий, який ти можеш з'їсти, але можеш, хай засохне і буде. А це вмісто круасана піде? Ти пропонуєш, щоб я з'їла? Ні, чекай. Латте і круасан. Правда, коли я його дочекаюсь, не зрозуміло. Дякую, що ти виділив час. Наступна наша зустріч буде з тобою в Манчестері, і це буде дуже скоро. Договорились. Дякую. Спасибо. Подожди, свет плохой, так, да? Так, вот это я люблю, конечно. Селфи с девушкой — это, конечно, что-то нечто. Подписывайся на наш канал.